Вы знаете, после этой песни я еще раз хочу поблагодарить вас, люди. Если бы вы не любили отдельные песни и не писали бы мне такие письма, чтобы я их пела, да, я бы их, наверное, все время забывала. Дитё мое дорогое, если бы ты знала, как маме хотелось сходить на концерт, и тебя, видимо, не с кем было ставить. Поэтому, Арина, здоровья, деточка. Кричи, сколько тебе влезет, ничего тебе за это не будет. Я сейчас удалюсь буквально на 5 минут. Я хотела бы, чтобы вы услышали новую песню. Ну так, ну что ж, она украинская. Понимаете, у каждого народа есть, конечно, тут я сейчас была в Таллине, люди, ей-богу, выучу на этом языке. Вы знаете, из-за чего? Я выучу на эстонском языке песню просто из-за уважения к эстонцам, которые все со мной разговаривают на русском языке. Пусть они сейчас это слышат.